Выиграй крутые призы уже сейчас! Выбери коробку, открой ее и гарантированно получи один товар. Чем дороже коробка, тем ценнее призы внутри. Ты можешь открыть одну коробку в день полностью бесплатно. Проиграть просто невозможно. Уже более 1,5 миллионов человек испытали свою удачу. Поспеши! Сейчас действует акция плюс 20% к первому депозиту. С Runbox выигрывает каждый. Да, блин, трек под этот инструмент согласен. Очень крутой инструмент. Да, Хэнк. Всем привет, всем, кто только пришел. Наверное, я болеть, вы тоже не болейте. Не болейте и слушайте красивую, правильную музыку. Она очень положительно влияет на... Я просто... Ребят, хочу вам посоветовать очень классный, очень-очень классный... Ну какой я фейк? Как я могу быть фейком, если я сейчас с вами в реальном времени разговариваю? У меня прыщечки есть. Я такой же, как все, человек же. Ребят, я хочу вам сказать... Еще один посоветовать нереально. Впервые посмотрел настолько сильный фильм неожиданно для себя. Смотрел тебя не мозг. Действует на мозг. Кто спросил, ты наркоман? Если бы даже я был наркоманом, я бы вам в этом не признался. Ребят, подписываемся. Давай, тетка, без рекламы еще замыкать классный трек. Спасибо. Спасибо. Да, очень крутой фильм, я прям не ожидал. Очень крутой, очень сильный и очень такой мощный. Насчет цветов пока ничего не могу сказать. Я очень мало вижу исполнителей, с которыми я вижу свой фит. Потому что музыка все-таки такая своеобразная. Украина, привет. Потому что приехали недавно, только расположились в гостишке. Го кофе пить. Так поздно ж кофе уже пить. Чем тебя зацепил этот фильм? Ну, во-первых... Я фильмами про космос и вдохновляюсь. Это всегда бывает очень интересным. А тут не с этим я бы не сделал. А этот фильм, он показывает, короче, о том, как, ну, этот фильм о том, как люди в какой-то небольшой степени с инопланетянами. Но там все не вот мерзко, вот эти вот с огромными глазами и большими головами, а именно красиво снято. Ну, блин, посмотрите. Все, у кого есть мозг и у кого есть фантазия, все, кто восхищаются космосом, я думаю, просто сойдете с ума от этого фильма. Я еще очень люблю фильмы «Интерстеллар», и меня после «Интерстеллара» вообще про космос мало удивляло. А это такая не научная фантастика, а прям фантастика, но просто нереальный фильм. Фильм называется «Прибытие». «Прибытие». Еще бы мне узнать, что за прибытие на моем лице. И от чего оно появляется, я буду счастлив. Вот такие дела. Как в дальнейшем свой стиль? Ой, вы знаете, я сам всегда задаюсь этим вопросом, когда я создал трек «Замыкать», я подумал, что вот чем я еще смогу людей удивить. А нет, я написал очень серьезную движуху. Я бы вам раскрыл небольшой секрет насчет того, что я собираюсь выпускать в ближайшее время. Но я думаю, этот год останется в вашей памяти надолго. Потому что это будет не один трек, и это будет очень-очень интересная работа, очень большая. Переходный возраст, а блин... Когда он закончится, в таком случае мой переходный 23-летний возраст. Но это мелочи жизни, не так важно. И такие дела. Про татуировку...
Ой, столько уже об этой татуировке сказано. Спасибо, бро, ты просто... Какая вам медуза? Как вообще уходить вечерами спать, если ты весь день работал? И у тебя ощущение, что ты совсем не жил, а вот хочется на ночь немножко пожить. Ой, я вам желаю обрести такую работу, где вы будете жить, потому что я считаю, что если работать на нелюбимой работе... Почти высадились на Луну, прикольно. Владикавказ, дорогой, я безумно хочу домой. Я надеюсь, у меня скоро получится вырваться. И надеюсь, я, если не в этом году, то в начале следующего дам концерт. Почему я что говорил насчет работы? Я желаю вам всем обрести любимое дело, чтобы вам не приходилось работать, потому что если найти любимое дело, то это становится просто удовольствием. Я вот совсем недавно начал ощущать прям дикое удовольствие от музыки. Я вам желаю тех же ощущений, ребят, искренне. Вот. Ребят, все города, куда я не приехал в 2019 году, я вам обещаю приехать во все города, ну, куда я не приехал в этом. Потому что в этом году было запланировано очень много городов. Какие-то города там по каким-то причинам отменились, и я очень много сейчас работаю снова. Вернулся прям в такую очень мощную колею, и это будет большим бумом. Ждите просто по-любому. Что уже создано, но дождусь. Я не буду палить вам даже кусочки на этот раз. Да не уходил я с Газгольдера, что за... Откуда эта информация глупая? У тебя завтра концерт, ложись, поспи. Да, скоро. Я люблю, когда уютные трансляции, 200-100 человек. Можно успевать все читать, стараться отвечать. Хабаровск, я прилечу. Почему ты не хочешь петь? Ответь. Ну, потому что я круглосуточно пою и так, а еще сейчас здесь петь без музыки не очень хочется. Был, да, в Германии. Был за свою жизнь не в трех странах. Это, ну, не считая Украины, это Германия, Италия и Венгрия. В Венгрии был совсем мелким, в Италии был постоянно. Это прям моя страна. Я с удовольствием там еще раз побывал. Спать пора, милый. А вы что не спите? Say hey, Jim. Владикавказ, я жду вас больше. Вернее, я жду своего приезда домой. Всегда очень, очень сильно. Надеюсь, приеду... Опять же, в 2019 году. Не надеюсь, планирую, я думаю, приеду. По национальности я осетин. В Хорватии не был. Привет, Псков, привет, Камчатка. Калининград, привет, в Калининграде был очень классный концерт. Очень хорошо нас встретили. Я в Калининграде впервые был за штурвалом небольшого катера. Такое удовольствие дикое. Прям давил на скорость, было очень круто по ощущениям. В Алмате, кстати, тоже был. Мы снимали там клип «Медуза», и я думаю, я еще прилечу к вам. Обязательно. Узбекистан, привет. Алан Гасиев, ну приезжай. Приеду по-любому, домой хочу. Просто сейчас времени до Нового года немного. Я хочу успеть очень много важных дел сделать, чтобы у вас был новый материал, чтобы вы кайфовали с новой музыки. Я этим сейчас плотно занимаюсь, и поэтому времени не так на самом деле много. Вот. Покажи Нику. Нику в своем номере уже спит. Бишкек. Я не могу сказать, на самом деле, пока в какие города именно я приеду, потому что это решается все совместно. Это промоутеры там приглашают в город, и если все срастается, я вылетаю. Что означает матранг? Матранг, когда-то я начал... Что можешь посоветовать начинающим артистам? Ребят, вы знаете...
это всегда очень странно звучит, и такое ощущение, что там есть какие-то секреты, какие-то нереальные фишки, как стать популярным, как добиться успеха в области музыки. Единственное, что я могу посоветовать искренне и от души, это работать и не останавливаться. Если вы думаете, что записав там несколько композиций, которые не дотягивают по уровню, пока у вас нет вот этого ощущения, что вы занимаете место, прям какое-то серьезное такое место, и отличаетесь, не пытайтесь стать популярными, это бессмысленно, потому что потом вы будете жалеть о том, что в таком образе показались людям. И очень важно много работать, трудиться, искать варианты, выкладывать видео интересные. Сейчас Инстаграм, он прям абсолютно может по-разному сыграть с вами, потому что в Инстаграме реально люди становятся звездами. Сейчас посмотрите, я иногда захожу на страницы и просто охреневают количество популярных людей, блогеров, музыкантов, о которых я даже не слышал, там по 100, по 200 тысяч подписчиков, у кого-то больше, чем у меня даже. Моя родина Осетия, Республика Северная Осетия, Алания, любимые, прекрасные, нереальные. Действительно ли напрягает популярность? Вы знаете, я научился спокойно абсолютно относиться ко вниманию. Когда-то меня это очень сильно притягивало. Мне очень хотелось, чтобы люди по России узнавали меня там в любом городе. Когда это со мной произошло, какое-то время это немножечко напрягало, потому что, допустим, сидишь в торговом центре, кушаешь там с своими ребятами. И во время того, как ты вот прям берешь вилочку, там тыкаешь ее в салат и начинаешь есть, к тебе там через толпу проходят люди и просят сфотографироваться. Вот я никогда не отказываю, даже когда ем, но, ребят, знаете, что это не очень правильно. Вот. Такие пироги. Мне 23, мне не 24. 23. Фильм как называется? Забыл. Фильм называется «Прибытие». «Прибытие» обязательно посмотрите. Очень классный фильм. Улан-Удэ. Я уже сказал по этому поводу, не спрашивайте. Блин, видела тебя в Геленджике и не подошла, стеснялась. Ну, значит, не судьба была. Может, еще подойдешь. В следующий раз подходи. И я не кусаюсь. Бро, почаще делай прямой эфир. Ок. Ну, у меня редко бывает настроение, редко бывают интересные вопросы, и поэтому я чаще всего захожу и выхожу. Так я буду заходить, стараться почаще вам показывать свою прыщавую рожу. Вот. Владивосток. А я не был во Владивостоке, насколько я помню, если мне ничего не отказывает. Чего не спишь? Да недавно только заехали в отель, недавно улегся и решил вам показать вот этих прекрасных музыкантов и этот прекрасный инструмент, и решил поделиться, чтобы вы тоже вдохновлялись, рисовали, пели, создавали музыку и работали на стройке, это тоже прекрасно, и просто нужно любить. Ну, так обидно было на одном и том же месте стояли. Ну, ничего страшного, не расстраиваюсь, это мелочи жизни. Вот это ощущение, понимаешь, не важно, это фотография, которую можно выложить в интернет, похвастаться, важное ощущение. Самый лучший, у тебя очень крутой голос, впервые влюбилась в голос, голос бомба, спасибо. Не рожа, а лицо, спасибо за поправку, вы правы. Спасибо, твои слова были важны для меня, буду работать изо всех сил, мечтаю однажды спеть с тобой дуэтом. Я буду очень рад, если появится супердостойная девушка с интересным вокалом, чтобы она могла мне напевать какие-то бэки и какие-то части. Я пока еще не нашел своего человека. Я отношусь к девочкам. Это ровно так, как парни относятся к девушкам. А ты как относишься к девушкам? До того, как стать популярным, где работал. Ой, вы знаете, у меня была очень тяжелая движуха в плане. Я работал в какое-то время в сфере обслуживания. Я как-то учился даже стричь людей. И не стремался я работы. Прям ходил, подметал волосы за другими мастерами. И вообще этого не стремался. И вот как только я смог принять вот этот момент, что ну, не обязательно чураться чего-то, нужно быть как бы вот... Очень большая проблема людей, они хотят все и сразу. А я вот за свой путь, я понимал, что я сейчас работаю здесь, допустим, да, там
где угодно, и я точно знал, что в будущем все будет иначе. А чё вы ржете? Я чё смешного сказал? Скажи им на остинском что-нибудь. Давайте я буду делать то, что я хочу, а не о своей жизни. Ты знаешь, что они рад? Нет. А, ну в смысле, как исполнителя, да, слышал, когда-то он был в тренде, и мне интересен был его стиль. Очень необычно так экспрессировать других интересных объединений. Единственное место, куда я хотел и хотел по достоинству, это был ГАЗ. Вот. Привет всем, только зашел. Как тебе в ГАЗе? Прекрасно? Замечательно. Много всяких своих моментов есть, но они есть везде. На ГАЗе их минимум. Ты мне обещал The Moon, не сдержал слова. Что обещал The Moon? Выступи, пожалуйста, в Тольятти, я постараюсь. Что меня вдохновляет, я уже рассказывал о том, что творческому человеку и человеку, который любит свое дело, ему не нужно ничего особенного для вдохновения. Вдохновляют люди, события, ситуации, какие-то необычные, новые. Как к рэперу Фейс относишься? Я в последнее время учусь уважать всех, кто на своих местах. Я не понимаю такую музыку, и я стараюсь пропагандировать мораль, больше постараюсь быть моралью, чтобы дети, которые растут на моих песнях, они получали какую-то информацию нужную для жизни, приятную, чтобы они учились развиваться, а не быть, нет девушки у меня, нет, а не быть людьми, которые там, дети приходят на концерты, и там вот эти жесткие матерные песенки поют. Вот, покажи сортир номера. Ну чё, нет, мы уже перешли в другой люксовский номер, короче, здесь все закрывается, все прекрасно. А в том номере это было веселье. Why you ignore me always? И я не игнор, я просто не успеваю все читать, когда вижу что-то интересное. Рядом с ГАЗом есть ресторан Mad Men, заходи к нам поесть, мы тебя ждем. Приятно, спасибо, как-то я кушал у вас. В Воронеже. Пишите в директ мне, что есть интересного в Воронеже. Куда можно сходить, глянуть у вас какие-то достопримечательности. Мне всегда бывает интересно в новых городах. Какая мораль в «Медузе»? О, ребят, я считаю, что этот трек либо понимаешь, либо нет. Из-за того, что он так сильно стрельнул, стал настолько популярным, люди сделали из него трек без смысла. Хотя в этом треке, я думаю, мудрый и интересующийся человек сможет найти что-нибудь интересное. Ты можешь включить что-нибудь? Это этот. Да, Фредди Меркьюри. Так. Кавер от Comedy Club. Прикольно, мы поржали, если честно. Поржали. Я не верю, что в Воронеже ничего нету. Я абсолютно в это не верю. Я не верю, что нет. Я не верю, что есть хоть один город в России, где нечего посмотреть. В каждом городе есть свои прекрасы. Сейчас ты хочешь сказать один город? Нет, это не так. Я даже там прикололся. Как стрелец среагировал на плагиат «Медузы»? Да приятно, знаете, поржать. Во-первых, во-вторых, это значит, есть в моей песне что-то такое мощное, что цепляет. Вот вам интересно, кто со мной в... Это моя близкая подруга. Очень близкая. В будущем, я очень надеюсь, что вы ее увидите уже в моей концертной деятельности. Обязательно вас не познакомлю. Оцените пока потихоньку мою музыку. Я сейчас выпущу кое-что очень мощное, очень интересное. Я думаю, мои слушатели будут просто в шоке. Потому что это просто новая ступень для меня. И обязательно надо будет послушать. В Воронеже есть много чего, не верь. Очень много крутых. В своем номере, в котором мы были в начале, еще посмотрел с окна, и прям какие-то есть. Я очень люблю всякие старинные здания,
Для меня все из прошлого прям интересно. Я вообще старпер какой-то, старомодный. Всем салам, всем, кто пришел. Можно, пожалуйста, не буду говорить, скажи привет, скажи пока, скажи это. Давайте что-нибудь интересное спросим. Вы этот... Как скоро новый альбом? Можно я промолчу пока? Я просто промолчу. Спасибо тебе за творчество. Он не отвечает нам. Да вроде отвечаю, без остановки разговариваю, у меня уже язык болит. Ешь майонез? Нет, и майонез очень, очень редко. Когда Киев? Киев, я думаю, обязательно в следующем году я снова приеду в Киев. Я уже выступал у вас в стереоплате в самом начале своей концертной деятельности. Это был разрыв, меня очень сильно вдохновил этот концерт на новые труды. Почему решил заниматься? Привет, Казахстан, привет всем, кто заходит. Почему ты решил заниматься музыкой? Да, разговаривал сам с собой, дружище, а ты теперь не смотришь мои прямые эфиры. Почему решил заниматься музыкой? Потому что когда-то в детстве я рисовал, со временем начал увлекаться просто рэпчиком, и как-то меня вот потихоньку затянуло в это все, что... И еще, если здесь сидят начинающие артисты, начинающие исполнители, все, кто хочет достичь чего-то в этой области, я вам могу сказать, что мой стиль вот этот вот, ни на кого не похожий, очень-очень долго я всегда ходил и грузился, думал, блин, откуда люди берут что-то аутентичное, что-то свое и что-то такое, что запомнится. Я очень долго пахал, я очень долго был похож на кого-то, у меня были закидончики всякие. С Васей. Вася крутой. В Воронеже есть акула, ты не видел? Я еще ничего не видел, мы приехали в темноте и сразу загрузились в номер. Впервые влюбилась в голос, ты очень талантлив, спасибо большое. Замыкать. Ой, передай привет. Ага. Сложно было? Что именно сложно? Искать себя, да, в этой жизни... Очень сложно себя надо найти на самом деле. Но если к этому относиться проще и пробовать все подряд, то обязательно. Ну, все подряд, я имею в виду наркотики и алкоголь. Я имею в виду пробовать себя в искусстве или там, не знаю, вышивать крестиком, носки шить, я не знаю, подметать полы. Может, кому-то это приносит удовольствие. Я очень часто, идя с утра домой, там, в родном улице. Я всегда с таким, с очень добрым посылом здоровался, и очень часто мне отвечали такой улыбкой, как будто люди просто обожают свою работу. Вы знаете, это огромное счастье чувствовать себя на своем месте, вот хорошо. Ты уверен, что нашел то, что искал, или ты еще в поисках? Я считаю, что жизнь — это бесконечный поиск, и что невозможно в полной степени себя найти, потому что теряется смысл жизни. А я, да, я дальше ищу, я буду снимать фильмы. Очень хочется этого. Твоя музыка вдохновляет, твой текст очень прекрасный. Продолжай слушать. Очень приятно, спасибо огромное. Дебилян. Ребят, тут мне вас так жалко, вы больше не будете смотреть мои прямые эфиры. У меня даже на тебя часы встали. Никаких. Трек «Летали» вообще разнос мозга. Спасибо. Имеешь ты собственную философию, какие-то определенные правила, которых всегда придерживаешься в течение жизни. Вы знаете, я все чаще и чаще... Нет, с Блэкстаром, естественно, не соглашусь. Зачем мне Блэкстар, если у меня есть родной газ? Да, есть свои законы, свои какие-то вещи, но которые, к сожалению, мне иногда приходится нарушать. Я очень стараюсь обрести вот этот вот внутренний стержень и четко знать, чего я хочу. Да, хотелось бы иметь такие законы, но пока что веселье в жизни, короче. Больше спонтанности всякой.
Нет, в Липецке еще не было. В Новосибирске тоже еще не было. Но я был на твоем концерте, заразился, теперь другие заражаю. Очень приятно. В Кишиневе уже был. Почему не будет прямого эфира? Что? Какие книги посоветуешь? Ой, ребят, на вот момент книг советы вообще бесполезны. Почитайте что-нибудь из классики. Я очень люблю классику. Биты сам пишешь? Ой, вот на новых треках частенько будут мои биты, я потихоньку постоянно занимаюсь этим. Да, это очень важно. С аранжировкой и текстами? Нет, тексты все пишу сам, нет у меня ни одной песни, где хоть словечко кто-то мне добавил. Ну, там есть только из близких кто-то крутую идею подкидывал, там пару слов менял. Всем мир удачи, спасибо тебе тоже, удачи. Будет ли концерт в Москве? Уже был концерт в Москве, я удивлен, как вы о нем не слышали. Ну, когда ты приедешь в Казахстан? Я не могу сказать, когда, ребят. Это сложный вопрос. Когда пригласят, когда все срастется, тогда я приеду. Фредди зазвучал, да, тот самый Фредди. Нет, на богемскую рапсодию еще не ходил, но планирую сходить. Я открыл для себя очень классный кинотеатр в Москве. Очень большой, там очень крутой IMAX, и можно посмотреть. Можно я напишу тебе бит? Сначала поменяй свой никнейм, а потом попробуем. Давай, да, прислай тебе ты на почту, все, что мне будет заходить, я буду отвечать, и буду с удовольствием использовать, если это будет что-то мощное. В Нижнем Новгороде, да, очень жаль, вам обещаю, в следующем году я обязательно приеду в Нижний Новгород. Девушки у меня нет. Что самое интересное из классики, на твой взгляд? Вы знаете, я не очень начитанный человек, но из того, что я читал, блин, я вот в этом смысле я очень тупой, потому что мне очень тяжело вспоминать названия. Я Достоевского даже вот из школьной литературы, я когда-то прочитал «Преступление и наказание», меня он просто разнес. Мне вот достаточно даже вот этой книги, чтобы охренеть. «Бегущий за ветром» — классная книга Халид Хусейни. Что-то из Паулу Коэля «Девочка», наверное, понравится. Но это такое, если совсем не читаете, начинать с всяких алхимиков, и то тоже очень интересно. Еще очень классная книга «Секрет материальности мыслей». Она очень банальная, очень простая. С Тифестом, да, общаемся. Кто лучше, Ганвест или Скрудж? Я не слышал, кто такой Ганвест, а Скрудж мне не по душе. Как музыкант, как человек, я его не знаю. Что для тебя любовь? Это такой вопрос, я сейчас просто уйду. Нет, ставками на спорт я не занимаюсь, я ни разу в жизни не поставил ничего. Есенина очень мало читал, я по стихам слабак. Мне стихи не нравятся, мне больше прозу. Стихи я люблю писать сам. Когда будет клип? Я надеюсь порадовать вас до Нового года чем-то интересным. Читал. А ты не даун, дружище, ты просто победитель по жизни, счастливый человек, дай бог тебе здоровья. На эфир ты больше дичь тупая моя не смотришь, а? Шучу. Ира Таражма. Ира-то. Старика моря почитал. Почитал Старика моря, да. Это Хемингуэй, Старика моря? Да. Читал. Хемингуэя, кстати, мне довелось пару книг прочитать. Нереально. У него есть очень интересные рассказики. Кафка. Кафку читал. Очень интересно. Скромный ты для артиста. А чё, артисты все не скромные, да? Если я тебе в дирк напишу, ты ответишь. Ты знаешь, я отвечаю редко и метко, и... К сожалению, у меня нет времени всем отвечать, потому что диалоги обычно затягиваются, и потом очень тяжело бывает, ну, если приходится не общаться дальше с человеком. «Войны и мир» нет. Я один раз как-то сел, и маме начал вслух читать, и я пришел к тому, что это вообще не моя литература. Вот. У нас уже 5 утра, а у нас, по-моему, тоже примерно так. Почему ты начал заниматься? Пришло, что очень хочется. Песня «От Луны до Марса», там отсылка на книгу «Маленький принц». Да, это одна из моих любимых книг, кстати.
Обязательно почитайте, кто не читал. Она вообще не детская, там очень много интересных сопоставлений со взрослой жизнью. И все, кто считает себя детьми, а я считаю себя ребенком, просто будут в шоке. Да. Когда ждать новую песню? Со скриптонитом... Биточек, я просто не знал, что на него писать, и так сказал ему, что... Ну, мы пришли к выводу, что у нас очень разное творчество, это будет самообманом, если я запишу со скриптонитом трек. Он очень талантливый, гениальный музыкант, но мы очень разные, и поэтому, скорее всего, нет. Хотя, кто знает, может быть, когда-нибудь наши взгляды музыкальные соприкоснутся, и, может быть, что-то получится. Если писать песню, то про что? Интересно твое мнение. Я не могу сказать, про что писать песню. Потом пиши обо всем, о том, что тебя окружает, если ты хочешь заниматься рэпом. Если нет, попробуй завуалированно рассказать любую историю своей жизни, и очень интересно. Просто вся общага тебя обожает. Передаю привет вашей общаге. Всем большие приветы всем, кто распространяет мою музыку, и всем, кто даже ненавидит ее. Я уверен, очень многие со временем... Я в гостинице. Симпатичная, кстати, смотрите, какая симпатичная гостишка. Очень классный дизайн. А тут вам его не видно будет. Сделай с Тефестом плес. С Тефестом я тоже не совсем вижу совместный трек. Но, опять же, кто знает, может быть, потом в будущем будет какая-то коллаборация. Ты пропустила концерт. Че, нету музычки? Я не могу даже найти. А ну дай посмотрю. А как мы это до этого сделали? А, вот. А тут Ютуба, что ли, нет теперь? Mm-hmm. Куда ты его делал? Куда? Да. Мьюзик, вот, нет? Мьюзик. А вот так. Затяни медузу припев. Ну, давайте без этого вообще не хочу. ТВ, может, ты нажимала? Не. И чё? Всё врубится, вот. Ты в каких... Музыка заняла... Не заняла в твоей жизни важное место, чем бы ты занимался. Я тоже задавался этим вопросом. Я раньше очень хотел стать актером, потом хотел стать психологом, потом меня приспичило стать юристом, потом я чем только не хотел. Я бы нашел и занимался бы обязательно по-любому изобразительным искусством, если бы занимался чем-то другим. Я один тебя не знаю. Наверное, не знаю. Алан, спасибо тебе за творчество. Вам спасибо. И цените. Подождите, я не успеваю читать вопрос. Какие же твои железные принципы? Что делаешь неизменно? Ценю свою семью, в первую очередь. И верю во Всевышнего. Гостиница, как называется, сказать не могу. С кем планируешь совместку? Планируешь вообще? Все увидите сами. Ты гуляешь по улице с охраной? Нет, я в метро езжу. Вообще в одного бывает. Один захожу в метро и езжу. Я в этом плане очень... просто отношусь. Нет у меня никакого водителя, нет, не живу я в центре Москвы, я живу на окраине Москвы. Девушки, нет, ты слушаешь свои песни? Да, я слушаю свои песни, когда хочется чего-то нового. Из тебя бы вышел отличный актер. Я обязательно сыграю в фильме, с Божьей помощью посмотрим. Песня «За ветром погналась», она, да, с Бэкстаром как? Никак вообще. Да не в больнице я, ребят, я валяюсь в номере своего отеля. А у твоей подруги есть парень? Подруга, у тебя есть парень? Она неоднозначно покачала головой. Ты в районе Газа живешь, а скрип нет? Не. А ты честен с нами или, может, нас обманываешь? А в чем я вас обманываю, интересно? Ник в своем номере. Хотел бы тебя раз в жизни... хоть бы тебя увидеть раз в жизни. Да увидишь, я думаю. Приеду в твой город выступать.
Ты хотел бы записать песню с Мияги? Я думаю, в будущем, быть может, что-то будет интересное. Как относишься к Джахалибу? Молодец, он молодец. Но музыка тоже не про меня вообще, не слушаю ни одну его песню. Ты сейчас с сестрой? Нет. Так, кто тут в Праге сейчас? Я нет. В каком районе Воронежа? Не могу сказать, не знаю. Спасибо и тебе успехов больших. Всем, кто этого достоин, всем желаю успехов. Это он поет? Да. Охренеть. Он уже умер от ожирения. А, прикинь, офигеть. Бедняга. Бедняга. У него голос волшебный. На «Медузе» есть много вариантов. А что ты тогда слушаешь вообще? Блин, в последнее время я вообще даже не могу самому себе ответить на этот вопрос, не то что вам. Я часто слушаю классику в последнее время. Я больше пишу именно, ну, я стараюсь больше писать и создавать музыку. Современных исполнителей. Блин, ребят, честное слово, не могу ответить на этот вопрос. Я очень мало слушаю в последнее время музыки. Я ее в большей степени создаю сам. Из газа какие-то Васины треки слушаю. Слушал плотненько. Вот. Еще есть очень классный исполнитель у нас, он скоро стрельнет. Водяра Блюз. Очень талантливый парень, очень-очень много сидит за творчеством. Я постараюсь вам его, как только у него выйдет его прекрасный трек с клипом, я постараюсь вам о нем оповестить вас. И вам очень понравится, очень крутой тип. Очень с таким стайлоком, тоже вообще 90-ским каким-то. Как сделать так, чтобы не стать звездой? Однодневкой, чтобы твоя история затянулась надолго, а не на пару лет. Не зазвездиться. Не думать о том, что ты звезда, а трудиться и создавать что-то новое. Всегда стараться поднять себе планку еще выше и пахать. Тефеста нет, не слушаю. Готов на попсовый дуэт? У нас должен был быть трек с Леной Темниковой. Нет. Скорее нет, не готов. С попсовой нет. Ну, что такое попса? Моя музыка попса, если вы считаете мою музыку попсой, то с таким, как я, попсовым исполнителем, я бы записал фиток какой-нибудь интересный. Концерт в Владикавказе я очень хочу в 2019. Все равно это самый лучший и самый скромный. Нет, скромности, вот если честно, я не думаю, что я скромный, короче. Да, на улицах узнают. У вас что, вечер или утро? У нас утро уже. Ребята, я не знаю, когда я в какой город приеду. Не спрашивайте меня, пожалуйста. Тебе нравятся треки 104-го? У нас очень разные взгляды. Мы с Юриком в неплохих отношениях. Они очень талантливые ребята. Я просто далек в плане... Я бы такую музыку не создавал, но я очень понимаю тех, кто ее слушает. Классно, они молодцы. Есть мужской монастырь на горе Афон. Я очень хочу туда попасть, кстати. Айстинчик молодец, Ира Таражин. Спасибо, приятно очень, когда свои гордятся. Очень приятно. 104-й фит и хит. А что нам делать? Я же не рэпер. И у меня посыл совсем другой. Я просто не знаю, о чем делать треки с людьми настолько противоположным направлением музыкальным. Каждому свое согласен. Чей женский вокал тебе нравится? Ой, Лера Искевич классно поет. Вообще у нее очень классный голос. И она очень вообще приятная особа. Советую всем послушать. Она сейчас пишет песенки. Уже сама, так она потихоньку крутилась, раскручивалась на каверах. Очень своеобразная. Очень классные песни поет. Мне редко нравится женский вокал, у нее очень классный голос. У нее есть очень классные каверы на мои песни. Вот было сидеть и писать столько раз «Ты чмо». Ну что ты в натуре, дитё что ли? Давай ты тогда не будешь смотреть на «Чмо». Я тебе желаю счастья, дружок. Ибо ты несчастен.
оставил бы музыку ради семьи. А семья бы не поставила передо мной такой выбор. Но если бы понадобилось это на самом деле, я думаю, я бы не отказался. Не отказался отказаться от чего угодно ради семьи. Но не думаю, что станет такой выбор. А Ауе «Жизнь ворам» вечно пишет мне девочка. У вас музыкальное направление. Вот я бы хотел, чтобы вы сейчас ответили мне на этот вопрос, потому что я считаю, что у меня нет никакого музыкального настроения. Мы пытались придумать, отнести мою музыку к какому-то стилю. Ты можешь отнести музыку к какому-то стилю, определенному жанру? Нет. Ну, я тоже. Заткнись, сука. Спасибо, дружок. Спасибо. Не хочется пока. Ты самый старший в семье. Угу. Забыла, скажи, когда захочешь спать. А что, извините? Ну, выключи трансляцию. Он мне это не обещал. Я понял. Когда в Москве? Что именно, когда в Москве концерт уже был? Совсем недавно большой. Слушаешь, да, Амбалана. Вот когда у него гремели... Когда у него гремели песни... Чик-бам, тру-тру-тру, чик-бам. Вот эти песни я слушал, я прям тащился. Я считал, что это очень круто. Пора вести новый стиль музыкальный. Придумай оригинальное название. Блин, я об этом часто думаю. Очень крутая идея. Да, скорее всего, так и сделаю. Нужно придумать крутое название. И да, он появится. Знаком с ЛСП, нравится его творчество. ЛСП, у него очень своеобразный тоже стилек. Я смотрел клип на трек «Тело». Ну, тело что тупо болит, тело. Очень сильно, очень. Но фит нет. После того, как они записали трек «Крид», ЛСП и «Фидук», для меня эти люди как-то в погоне за хайпом потеряли свое музыкальное лицо. И я не осуждаю ни за что, но именно в плане там фит нет. Больше нет. Лет 23. Когда спать, то охота спать, но и досмотреть фильм хочется, эфир хочется. Я пока нет. Кумиров у меня нет ни одного. Мой кумир — это тот очень мощный мужичок на небесах. И мои родители — это мои кумиры самые большие. Слышал К-поп? Нет, не слышал. Ты слышала К-поп? Что? К-поп. Это исполнитель такой или что? К-поп. Закрой на 2 секунды глаза. Не хочу. Ты хочешь показать мне фак? Когда в Питере концерт был? Был уже большой сольный концерт в Питере. Просто разорвали. Просто разнесли. Но люди говорят, что в Москве был концерт еще сильнее. Хочешь свою семью? Да, хочу. Будет все. Скажи, пожалуйста, Янош любит Регину. Вот и сказал. Напишите еще какую-нибудь песню наподобие «Медузы». Слова и музыка вообще класс. Спасибо, будет что-то мощное, но не такое. Да, я верующий. Е, Питер. Питер, да, было мясо. Цоя слушаю, да. Какие-то песни сейчас слушаю. И тащусь с него. Раньше не понимал его творчество, потому что был совсем ребенком, видимо. Потом со временем, когда меня начали называть этой прекрасной легендой, пришлось, стало интересно, чем похоже, начал углубляться и очень-очень прикололся. Робсон, привет. С девушкой нет, ты в отношениях? Нет. Нет, не покажу. Как относишься к Николаю Соболеву? Можно я не буду говорить, как я отношусь к нашим блогерам и ко всем, кто любит окунаться в какую-то непонятную грязь? Я не хочу их обсуждать. Я уважаю всех, кто добился своего, и очень классно, и молодцы. Больше ничего не могу сказать. Алан, кто такой Рамзан Кадыров? Я думаю, все знают, кто такой Рамзан Кадыров. Ну, ты взорвал Comedy Club, спасибо. Я думал, что все ужасно после съемок, когда фит с Даном Баланом. Нет, я оставлю. А? Я не знал, может, ты его левая страница. Я бы охренел. У тебя такой голос, а там подруга еще не уснула, нет. Смотришь UFC, кто любимый боец? Любимых бойцов нету. Меня в свое время очень удивлял Конор Макгрегор, его дикая бешеная харизма.
Вы расстались с девушкой своей. У меня не было девушки ближайшие полтора года. Серьезных отношений не было. И я не знаю, с чего вы это берете. Око Спейс, ты не спишь? А Ламва 10 сюда будет. Что можешь сказать о альбоме Мияги? О последнем их альбоме? Мне кажется, слабее, чем Хаджиме первая часть, Хаджиме вторая часть. Я охренел с тех частей. Это мне так не зашло. За кого болеешь? За Хабиба или за Конора? Уже не актуально даже. Я ни за кого не болею. А в Норильск буду. Ты в Камеди был самым крутым и самым застенчивым, вы хотели сказать. Было страшно. Такие эфиры, блин. Кстати, что за история с замужними девушками, которые просят твои фотки в ЛС? Ну, тебе написывает девчонка, причем таким прям, ну, заядло, явно не дружить собирается. И заходишь на страницу, у нее дети, муж. Блин, я считаю, это очень низко, и я один раз просто написал, подпугнул их во избежание греха, ребят. Я же тоже парень, мне же тоже часто хочется общаться с какими-то классными особами. И когда это бывают замужние женщины, у которых есть дети, меня это просто шугает. Я просто такие вещи вот так вот... Что? И вот когда этих людей стало абсолютно очень... выложить этот пост... За Хабиба или за Мейвезера? Я просто посмотрю интересный бой, не больше. Конечно, я за наших, конечно, за Россию-матушку, но я не фанат. Ни того, ни того. Я тебя не слышу, но ты лучше от души. В Москве, когда следующий концерт будет, я пока не могу сказать. Как относишься к Риду Федуку? Считаешь ли ты, что они записывают чисто, чтобы записать? Чисто хотят хайпа. Я к артистам Black Star отношусь очень-очень своеобразно. И я, в принципе, отношусь своеобразно ко всем, кто пропагандирует всякую дешевый свой посыл к Федуку. Я посыл Федука мне вообще не понравилось. К Риду я никак не отношусь, я, в принципе, не считаю его за музыканта. Клип под тот инструмент и трек. Но при этом, ребят, я никого не оскорбляю и никого не осуждаю. И просто, ну, выражаю свое мнение по поводу именно касаемо творчества. Клип под тот инструмент и трек. Да, я думаю, была бы классная идея. Только не пой совместно с Киркоровым. Не думаю, что это хорошая идея. Где отдыхаешь? Я не отдыхаю, я в отеле валяюсь в Воронеже. Что тебе написать, директор, чтобы ты ответил? Я не знаю, честное слово, я сам не понимаю. Учился в Республиканском лицее искусств в городе Владикавказе. Прекрасная школа. Почему не было выступления, вижу, на Сахалинске? Будет ли вообще? Я не могу сказать пока ничего. К Дудю не звали. Какая любимая футбольная команда? Когда-то болел за Барселону. Пожалуйста, сохрани эфир, реально уже рубит. Всем спокойной ночи, всем, кто хочет спать. Эфир я не сохраняю. Как отель крутой? Крутой была очень классная фишка. Я Ситин, с кем хотел спеть? С кем хотел спеть? Построй свой вопрос еще раз. Все, с кем хотел спеть, спел уже. Все, с кем хочу спеть, еще спою. Почему у вас шоу нету? Какого шоу? У тебя угри? Вот Акунова Алина, у тебя реально нету больше забот в жизни? Реально ни одно мое слово не показалось тебе интересным, и тебе осталось только спросить, у тебя угри? Нет, это прыщики. Это не угри. Я не знаю даже, как выглядят угри. 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 Я бы хотел сказать, у тебя в мозге, но, конечно же, нет, дорогая, это не угри. Со Скриптонитом будет трек? Я уже ответил на этот вопрос. Такие дела. У меня осталось 10 секунд. 8, 7. Всем спокойной ночи и прекрасного дня.